Фестиваль «Кантабили» для города над Бугом не нов. С момента первого областного музыкального состязания юных пианистов прошло уже 16 лет. Сейчас инициатива уверенно закрепилась в общественной и культурной жизни Брестского региона и получила широкое признание музыкально одаренных молодых участников, их родителей и преподавателей. Приветствуются современные авторы, то есть популяризация фортепианного движения. Как в нашей Брестской области, так уже получается в Республике Беларусь. Поэтому мы рады любой программе, но, конечно, есть условия исполнения. Исполнение должно быть качественным, грамотным, с чувством, с отношением. Конечно, радостно, когда дети через себя пропускают все произведения и звучат на сцене. Однако любой фестиваль – это не только порция вдохновения, улыбок и праздника. Это в первую очередь труд, взлеты и падения, переживания и разочарования, колоссальная напряженная работа. Словом, то, что всегда остается за кадром. Уникальность данного конкурса в том, что вне зависимости от его результатов, без наград не остался ни один молодой виртуоз. А это стимул двигаться дальше. Мне нравится заниматься на инструменте фортепиано. У меня школа с музыкальным уклоном, и помимо обычных уроков я еще занимаюсь музыкой, и мне это нравится. И это как бы дополнительное мое такое хобби, и почему бы не выступить на концертах, не показать себя. Мне нравится играть, мне нравится вот эта вся работа, проделанное выступление. Как бы то, что я занимаюсь, это мне предоставляет удовольствие. Но это тоже как хобби. За почетное звание лучшего юного виртуоза боролись около 130 молодых исполнителей из 24 учреждений образования Беларуси. Юные конкурсанты состязались в 4 возрастных группах. Особое внимание было уделено произведениям белорусских авторов. Очередное проведение фестиваля-конкурса послужило не только новым импульсом в реализации творческих способностей его участников, но и важным шагом на пути расширения межкультурного детского сотрудничества и обмена педагогическим опытом наставников.